В 2018 году на портале госуслуг появится онлайн-сервис обмена сообщениями. Вести переписку можно будет как с госорганами, так и с другими пользователями. Как пишет российская газета, переписка на сайте госуслуг будет юридически значимой. В частности, письма можно будет использовать в суде, когда необходимо доказать, что ответчику выставлено официальное требование, на которое он не ответил. Добавим, в настоящее время пользователь может видеть полученные сообщения от госорганов, но ответить им в электронном виде не может.